أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الطلاب، уважаемые наши любимцы, любимцы Всевышнего Аллаха, наша гордость, наши мутааллимы, будущие хуфады, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Мне очень приятно находиться в таком маджлисе, где присутствует столько мутааллимов, столько людей, столько детей, которые стараются познать калам Всевышнего Аллаха. Я часто говорю в своих лекциях и часто горжусь тем, что именно смог встретиться с такими мутаалимами, как вы. Почему? Потому что именно баракат в этой жизни заключается в познании Корана. Коран, если человек выучил наизусть и старается пользоваться и сделает для себя уставом этот Коран, ему будет на этом свете очень легко. Об этом Коране Всевышний Аллах ясно в многих местах говорит. Кто следует именно по тому направлению, которое сам он указал, это Коран, калам Всевышнего Аллаха и изречение пророка хадисы, саллаллаху алейхи вассаляма, и также ученые, которые нам оставили религию в четырех мазхабах, это и есть на истинном пути. Мы будем стараться, иншаллах. Правильно? Было и время, во время пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, было такое племя во главе с Абу Муса аль-Аш'ари. Слышали, наверное, историю про него. Радиаллаху та'аля ан. Он привел свое племя и дал присягу пророку, саллаллаху алейхи вассалям, принял ислам. Они отличались. Чем отличались? А ну кто подскажет? Они отличались красивым голосом. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил: когда я ночью хожу по улочкам Мадинатуль-Мунаввара, я по голосу, по звукам людей, которые читают дома, по голосу определяю, где живут ашариты, где живут люди, которые пришли с Абу Муса аль-Аш'ари, приняли присягу. Они ночью читали Коран, и пророк по улице, когда ходил Мадинатуль-Мунаввара, наслаждался чтением Корана. Был такой случай. Анас ибн Малик рассказывает, это приближенный асхаб пророка, саллаллаху алейхи вассаляма. Однажды, когда меня обнаружил, что я читаю Коран, сел рядом и сказал: я хочу, чтобы ты прочитал для меня Коран. Я сказал, говорит: о посланник Всевышнего Аллаха, я буду читать Коран, на тебя же не спосылается Коран. Как я могу перед тобой прочитать Коран?
Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, настоял, рядом сидел, и я читал Коран, говорит. Пока не дошел до определенного аята, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, прослезился и сказал: «Хасбука, хватит, хватит». Много изречений посланника Всевышнего Аллаха есть, и также истории есть, нам указывают, что мы должны изучать Коран, познать Коран, красиво его читать, уметь, и также служить по Корану. Один ая я вам прочту. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. Кто проявляет богобоязненность, Аллах ему даст выход из любой ситуации и даст ему удел, откуда он сам даже не ожидает. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. И тот, кто уповает на Всевышнего Аллаха, Аллах ему достаточен. Ученые муфассиры говорят, как можно проявить богобоязненность. Аль-инсану аду лима джахиль. Ученые говорят, инсан – это враг той вещи, которую он не знает. Если мы что-то не знаем, значит, мы враги этой вещи. Если нас спросят, мы можем плохо сказать о нем. Также богобоязненность проявить можем только тогда, когда познаем свою религию. А свою религию как можно познать? Сперва надо познать чтение Корана, украсить свое чтение, потом познать смысл этого Корана, познать свою религию. Вот тогда человек становится богобоязненным. И этому человеку не страшны любые беды на этом свете. Из любой ситуации он найдет выхода. Аллаху Таала ему поможет. И также удел найдет. Он будет играючи на этом свете жить. Не знает, откуда вот доход у него идет, Аллаху Таала ему обеспечит. Сегодня мы видим алимов, уважаемых людей, которые преподают, которые познают и так далее. Аллаху Таала их кормит, Аллаху Таала их обеспечивает. Почему? Потому что Аллах взялся на себя. Аллах обязался в Коране, что я этому человеку дам удел, откуда он не ожидает. И вы сегодня взяли эту путь именно, путь познания религии Аллаха. Валлахи, если вы будете дальше продолжать, выучив Коран, украсив его, потом дальше украсив свою эльму, свои знания, Аллаху Таала вам облегчит этот мир, и на том свете будете на самом лучшем ступени, иншаллах. Баракаллаху фикум. وجزاكم الله خيرا. Поэтому, уважаемые наши младшие братья, наши детки, наша надежда, вы в первую очередь сегодня вы должны стараться слушать своих мударисов, своих муалимов. Так как Али говорил: «Каррам Аллах вача, ана абду ман алламани харфан». Я раб того человека, который меня одной буквой обучил. «Инша аба'ани, ва инша атакани». Если он захочет, меня даже может продать как раба. Или может освободить. Вот так Али каррамаллаху ваджа говорил. Мы-то должны с вами стремиться уважать своих мударисов, муалимов, слушаться их. Только тогда нам будет баракат в этом познании, баракат в эльму и в Коране. Будем стараться, иншаллах, правильно? Баракаллаху фикум.